Поскольку у него описывается мир больше такой сей, который лежит возле, вот, но сквозь которого уже просвечивает нечто большее, нечто более глубокое. Песня называется «Ветра», она такая студенная и зимняя.
Хорошая. Может быть, чуть-чуть голос, да, может быть, чуть-чуть гитару, там, левую, может быть, чуть-чуть потише, может. Вот, и среди этого ужаса и хаоса вдруг возникает нечто совершенно чуждое этому миру, не от мира сего. Вот. Правда, песня будет про Никола Чудотворца, но это как раз вот часть этого мира, который вдруг врывается в мир, вдруг показывает совершенно другую жизнь. Который уже присутствует пасхальная радость. Аню слышно? За барабанами Ани. Нормально. Поехали. Итак, Никола есть. Здесь можно попробовать подхлопать, но умеренно, без фанатизма, в нужных местах, соблюдая размер, такт. Потому что очень... не надо. Свободно и раскрепощенно. Бодро, весело, веселее, бодрее, пасхальнее. Ну, поехали. Никола Чудотворец. Слышь?
слышал в звуке дух. Никое чудо поет, блаженный груз фонарь. Живой воды колодец, дорог недлинный тварь. Я знаю, был он среди нас свет отраженный, и звезд глаз учил его любовь. Тепло был каждой частью одного. Блаженный душ звонарь, смиренный богомолец, за всех уснувших за всех ведущих. Воспитанности, и вообще мы очень не хулиганистые, вот, но любим друг друга палочки бросать во время репетиции. Вот. На самом деле, вот все, ну, наш мир, он очень искажен тем, что в него вошел грех, да, и тьма. Вот, и вот это стремление радоваться и веселиться, оно почему-то в людях выражается совершенно других вот областях, а там, где надо радоваться и веселиться, почему-то не веселиться, не радуется никогда. Что-то все время зажимает. Вот этот праздник, который надо себя заставлять радоваться и веселиться, потому что это правильно. Вот, это хорошая радость, хорошее веселье. И очень удивительно, что у нас в нашей стране 70 лет люди умудрялись такой праздник, да, его просто не замечать. И вот говорили, что самые лучшие рок-концерты в советское время делались именно под Пасху, чтобы молодежь не ходила на крестный ход, а ходила на рок-концерты. Вот, то есть все наоборот. Но мы сейчас не в советское время, и, надеюсь, туда не вернемся, как нас туда не хотят затащить некоторые наши товарищи. Вот. А мы сейчас споем последнюю на сегодня песню «Новая глава». Хоть она и зимняя, но она как раз, мне кажется, самая пасхальная. Там тоже можно в меру наших вот, способностей, ваших, тоже подхлопывать в нужных и правильных местах. Я постараюсь показать эти места, но у меня иногда руки заняты просто. Новая глава.
Южная Даха. Ветер тряс свечу, я в яд приметив неоткрытую ладонь. Слева с полохом огонь, слева порох рвану вдоль. Чистая страница, я над ней листочкой влиться. Лето песни колдыков тянет тяжесть слова ков. Стоят старый лист покров. То есть воскрес и смертью смерть поправ, и тем, кто томился в гробах, даровал жизнь, и нам тоже. Ура!